Всем привет! Лохматая душа с вами. Нам поступил звонок. Это Дубна. У выброшенных щенках. Возле гаража мужчина пришел к гаражу. Он говорит, тут еще и котенок. Котенок и три щенка. Очень контактные щенки. Ну, явно домашние, естественно. Вот я подъехала и сама нашла. Даже не звонила мужчине. Вот они. Вот они здесь. Этот бардак будет происходить, я не знаю. Ребята, привет! Привет, ребята! Привет! Привет! Ну, привет, иди сюда! Ну, вы под гаражом живете, да? Из-под гаража вылазите? Ну! А где котенок? А где ваш друг котенок? Да идите ко мне. Ой, где-то орет котенок. Где котенок орет? Так, мужчине надо звонить. Похоже, он его гаража закрыл. Господи, вот он, кроха. Иди, мой сладенький, ко мне. Иди, мой, ты такой красивый. Друзья, один котенок, может, кто возьмет на передержку. Ну, совсем нам нельзя, некуда нам. Иди, малыш, иди сюда, иди. Да хватит вам, щенки. Иди. Смотрите, какой красавчик, а. Ну, просто чудесный ребенок. Иди ко мне. Не бойся, малыш, рыжий такой, персик. Тихо. Эти со мной пришли. Со мной. За мной пришли. Вот такие. Вот такие ребята. Иди, мой хороший. Не бойся, малыш. Иди, мой сладенький. Иди. Ну как тебя вот тут бросить, а? Как вот бросить? Как бросить детей? Скажите мне. Как не подобрать? Проехать мимо мне сейчас. И пусть выживают как могут. Что делать, друзья? Подскажите, пожалуйста. Ну, дружочек. Дружочек, ты кто у меня? А еще и девка, конечно. Ты девочка. Такая рыжая девочка, персиковая. Ну, красавица. Друзья, возьмите кто-нибудь на передержку. Всего лишь один маленький котенок. А? Очень вас прошу. Так, котенок в переноске. Ребята, ну-ка пошли. Ребята. Ребята, вы где? Давайте вас поставлю. Эй. Ребята. Идите скорее сюда. Идите скорее сюда. Ну идите сюда. Бегом. Давайте, 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 давайте. Все, пошла собирать. Так, друзья, три щенка. Щенки домашние, упитанные, чистенькие, ласковые. Щенки домашние, от домашней собаки. Значит, суку стерилизовать у нас нельзя. Это негуманно, это дорого, это я не знаю еще какие отмазки. А выбросить домашних щенков на погибель. Это гуманно, круто, нормально. Молодцы! Ну что, проехать мимо я никак не могла. Так, да, друзья, мы приехали в приют. Ребятам жарко. Сейчас будем думать. Я пока понятия не имею, куда их сажать. Узнаете щенков? Это щенки, которые мы по вашему звонку забрали от гаражей. Три домашних щенка. Вот обратите внимание, они у нас сидят в клетке до сих пор, потому что у нас нет вольера, у нас нет места, чтобы их пересадить в нормальные условия. Ребят, мы забираем по вашей просьбе, по вашим звонкам. Мы собираем коробки эти от мусорок, от гаражей, от наших ворот, которые подкидывают нам. Мы забираем по вашим звонкам из лесов, полей, СНТ и так далее. Мы собираем их, мы помогаем, вы говорите нам спасибо. А дальше что? Нам дальше надо как-то их куда-то сажать, нам надо их чем-то кормить. Ребят, нам очень нужны стройматериалы, мы не можем построить вольер. Нам очень нужен корм, нам нужна зерносмесь. Потому что щенки перерастают и взрослых собак у нас, как вы знаете, 3000 животных у нас. Понимаете? Нам нужно их кормить. Пожалуйста, друзья, мы вас очень просим. Зерносмесь и корм, и стройматериалы. Спасибо.